Смотрите, вот сейчас вы глазки только закрываете. Кстати, из моего лица потом можно что-то испечь. Ужасно. Мне уже нечего терять, поэтому мне кажется, сейчас я должен выиграть. А ты как думаешь? Всем привет! Решила сегодня показать вам оценки, которые вообще у нас получает Слава вообще, то есть рассказать немного, как она учится, получается у нее или не получается, потому что очень многие говорят, что она, то есть, молодец, хотя, ну, я знаю, что мой ребенок может больше, и на самом деле, да, наверное, все родители очень требовательные. Ну, сейчас покажу последние оценки, которые были. Так, что у нас тут? Это портал. Так, вот получается язык ангельский. Пятерка была 30 апреля. Шестерка по информатике. Так, это все просто сообщение. Вот, четверка по математика. Да, математика. Чвартка. По-моему, чвартка называется, правильно? Так, что тут у нас еще? Это все сообщение, сообщение. Ага, шестерка, язык ангельский. Ну, тоже так неплохо. 4 с плюсом история. Это как раз тот тест, который она написала на 80%, и ей четверку с плюсом поставили. Ну, здесь можно вот так вот зайти и посмотреть полностью оценки. Так, биология 5, 4 с плюсом, 4 с плюсом, вот история, информатика, вот английский, троечка наша, которую она пытается исправить, польский, на удивление, прям вот 6, 5, математика, есть, конечно, даже вот техника, с техникой у нас небольшие проблемы, нам надо срочно какую-нибудь работу сдать. Потому что уже учительница поставила БЗ. Я не знаю, что такое БЗ. Ну, если нет оценок, ставится брак оцен. А если вот БЗ, ну, это, наверное, невыполненное задание какое-то. Но все в порядке. Мне очень нравится, что очень легко все можно пересдать, договориться. Ты пишешь учителю письмо, и все, и он присылает тебе либо какую-то дополнительную работу, либо еще что-то. Но это не все, что хотела вам рассказать сегодня. Ребенку стало так скучно на карантине. Я когда-то говорила, что у нее есть свой канал. Вот. И так как она начала более или менее успевать по предметам, да, очень многие еще оценки не выставлены, очень много работ еще находится на проверке, мы ей разрешили, ну не то чтобы разрешили, мы раньше не запрещали, да, снимать видео, но реально не хватало на это времени. И мы оставили вообще эту идею с ее каналом, потому что там были такие постановочные видео, это были разные скетчи. Скетчи — это такие постановочные сценки с переодеваниями. Папе тоже приходилось помогать ей писать сценарии, снимать. То есть дома была прям настоящая съемочная площадка. Вот. А сейчас она решила, что ей очень нравится Польша, она хочет показать, как же живется... как живется, получается, школьнику, да, который без знания языка приехал в Польшу. Вот. Ну и вот она решила снимать, возобновить съемки на свой канал. То есть она говорит, я тоже хочу снимать влоги. Я говорю, ну хорошо, без проблем, снимай. Вот. Ну и сейчас я вам покажу, что творится у меня на кухне. Потому что влогом там сегодня даже не пахнет. Там сегодня планируют снимать челлендж. Ну, чтобы вы понимали, что такое челлендж. Челлендж – это такая вот, такое соревновательное что-то. Сейчас я вам покажу, что творится у нас. Съемка в съемке. Да, вот она, Слава уже готова, подушка на столе. А у нас вообще уже все готово. Вот. Ну, в общем, я не знаю, для чего нужна нам подушка. Причем самое интересное, она не знает условия челленджа. Знает условия только мама и папа. И я вам сейчас покажу, какой будет... Вот такой вот челлендж. Ну, в общем, кому-то точно понравится. Сразу ответьте мне на вопрос, кто из вас, как это, лучше всего играет в камень, ножницы, бумага? Я, конечно. Я. Вот. Так что мы сейчас узнаем, кто из них лучше всего играет. Я переключаю камеру вон туда и буду оттуда вам вещать. Итак, для челленджа нам потребуется подушка. Подушка? Подушка. Чтобы...
не замарать подушку, нам нужен будет вот такой пакетик. Да, сейчас я его завяжу. Да, самая умная здесь. Пакетик! Ты знаешь, что такое? Да. Ты знаешь уже, ты догадываешься, что это за челлендж? Ну, смайлик. Смайлик. Ну, смайлик и смайлик. Не, вот эта сторона. Хай, все. Нет, вот это. Так, сюда тоже пакетик. Ну, я вижу, там еда стоит, так что что-то будет... Что-то будет грязное. Что-то будет грязное, поэтому подушка сейчас будет в пакетике. Все. О. Сегодня как раз суббота, день уборки. Вот, а, уборка, кстати, уже была с утра. Так вот, что? Все, не трогаем. Все. Успеваем. Готовы? Да. Что, пап? Ну, я тоже готов. Садись. Да. Садись. Поэтому что здесь происходит? Можно начинать. Ну что, Наташ, ты расскажешь, да, Славе, какие, что за челлендж и какие правила? Рассказываю правила. Вы играете в камень, ножницы, бумага. И все, все и просто. Все, и все. И тот, кто проигрывает. Тот, кто проигрывает. А, нет, наоборот, кто выигрывает, опускает соперника лицом в подушку. Понятно? Она просто лицом в подушку. Главное, который тут будет лежать. Для начала это будет мука. Я же мыла волосы. Когда ты мыла волосы? Вчера. Ну супер. Ну вот. Моя? Значит, Слав, ты же говорила, что ты хорошо играешь в камень, ножницы, бумага. Поэтому тебе не придется окунаться лицом в эту подушку. Правильно? Так что не переживай. Хорошо. Ну что, мы готовы? Снимай, мама. Fight. Итак, раунд первый. И, а как будете? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Или Су-Е-Фа. Су-Е-Фа, да? Да. Давай. И... Су-Е-Фа. 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 Я выиграла. Первый раунд за мной. Никай сюда. Он как привидение. Папа, ты состарился. У тебя седина. Хотели сделать Славе бесплатный макияж, а сделали папе. Красиво. Слав, по-моему, здесь на подушке отпечаталось мое лицо. Итак, раунд второй. Очень многие сюда добавляют майонез, но я решила скреативить, у нас будет мед. Ой-ой-ой, сейчас будет какой-то пилинг для лица. Пилинг скуры? Можно было смайликом это все сделать. Было бы очень интересно. Слав, ну что? Уже лучше, уже интереснее? Да, интересней. Ну что, второй раунд. Поехали. Нельзя. Я уже после первого немножечко... Да, немножко растекается, поэтому давай быстрей. Но после первого раунда я уже немножко побаиваюсь. Вот, все, не утекает вроде. Готово? Да. Су-Е-Фа. Забыла. Очень страшно. Ты как рок-звезда. Вот здесь у него не отпечаталось рукой. Су-Е-Фа. Су-Е-Фа. Да-да-да-да-да-да-да. О, нет. Да. О, нет. Второй раунд я тоже попал. Ну, папа, ты попал. О, да где же я так накосячил-то? За что так? Пока меня окунали лицом в подушку, знаете, какой я фильм вспомнил? «Один дома». Да, 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 как да. Этот мальчик издевался над бандитами. Ой, папа. Ну что, ладно, второй раунд мы успешно окончили, переходим к третьему. А к третьему раунду я приготовила вам... У меня все льется. Соус тысяча островов. Мой любимый. И мой любимый. Не трать его много. Нет, ну как ты не трать? Ты знаешь, как сейчас... Слав, ах, это твой любимый, да? Да. Вот. Ну что, Слав, на подушке твой любимый соус, мой любимый соус. Поехали. Поехали.
Суефа, 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 Суефа. Опа! Да, наконец-то! Ну что, Слава? Ты сама? Нет, папа должен, папа. Давай, бери себя за хвостик и окунай. Только волосы не попади, пожалуйста. Давай, бери себя за хвостик и сама себя окунай. Ну, конечно. Давай. Это просто фантастично. У меня то же самое на лице. Слава, дай я посмотрю в зеркало. Слушай, ну ты красотка просто. Ну что, переходим пока к следующему раунду. Итак, мама, что ты приготовила нам для следующего раунда? Ну, знаете, четвертый раунд, и у многих здесь кетчуп. У меня не было кетчупа, у меня была томатная паста. Но я ее уже немножко разбавила, и получается, это прям практически пицца у вас будет. В общем, у нас сегодня какой-то гастрономический ужас происходит. Итак, четвертый раунд у нас на подушке. Томатная паста. Зачем я вообще ввязалась в это? Ну что, Слав, ты готова окунаться лицом в томатную пасту? Готова. И я уже готов. Мне уже ничего не страшно. Тем более я понял, что я тоже везучий. Готова? Давай. Суефа, 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 суефа. Суефа, суефа. Yes. Между прочим, я не хотел выбрасывать лист. Он сам. Можно переиграть? Нет. Ничего нельзя. Иди сюда. Ну что, я готов. Иди сюда. Фу. Давай. О, да! О нет! Конечно, мне попался лос в глаз! Можно мне салфеточку глаза протереть? Нет. Пожалуйста, нет? Пожалуйста. Ну это как бонус. Как бонус? Ну если только как бонус, в качестве бонуса. Только чуть-чуть, только глаза. Только глаза. И сейчас такой шумный за лицо. Иначе я не буду видеть, что я выбрасываю и что Слава выбрасывает, и меня будет очень легко обмануть. Все, достаточно. Это уже пол носа вытер. Так, глаза только. Все чешется. Все, поехали. Итак, это был какой раунд? Опа. Четвертый. Итак, это был четвертый раунд, и на очереди пятый раунд. Пятый раунд. А вы у меня спросите, сколько раундов? А сколько раундов? А раундов 6. Фу. Очень вкусно. Смотрите, вот сейчас глазки только закрываю. Я чуть-чуть. Это горчица. Ладно, я вот сюда чуть-чуть всего. 3. Не, ладно, 4. 4 капельки. Хватит. Ну и поехали. О, нет. Раунд. Почему меня никто не прит... По-моему, у меня кетчуп-паста в нос попала. Почему меня никто не предупредил, что будет горчица? Это отвратительно. Поехали! Лицом в горчицу. А она жечь не будет? Нет, не будет. Она же лагерная. А, ну это меняет дело. Сейчас. Слава, я немножечко перекушу. И потом продолжим игру. А вкусненько. Кстати, из моего лица потом можно что-то испечь. Поехали. Суефа, 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 суефа. Да, мой самый лучший день! Да, папуля, береги себя. Я не знаю, что происходит. У вас точно нет сговора?
Почему я проигрываю постоянно? А со мной у тебя нет сговора? Ты мне за это не заплатила, чтобы я проигрывал? Очень жаль. Надо было взять хотя бы деньги за это. А, ну тогда бы я, ну, чуть-чуть бы подыграла. Ужас. О, нет. Я носом чувствую, что у меня на лице горчица. У тебя около носа вообще... Ну вот, наверное, я поэтому и чувствую. Не сговори, сейчас она залезет тебе в рот. Да, уже не так страшно. Можно еще одну салфеточку в глаза сейчас протереть? Минутку. Дайте я вас хоть на память сфотографирую, мои красоты. Потом... Вот такие красивые. Не-не, дай им чистенькую салфеточку. Это роман. От вас пахнет плохо, от вашего лица. Ну что, поехали дальше. У нас, я уже не помню, какой раунд мне показалось, считай, что... Считай! Вот, они все считают, а мне показалось, что прошла целая вечность. Что меня окунали во все, во что только возможно. И шестой раунд у нас... Это самое-самое-самое безобидное, что было. Это безобидное. Это безобидное. Это безобидное, Слав, это же яйцо. Ребята, вы столько болтаете, давайте уже. Шестой раунд, яйцо. Слав, ну ты знаешь, мне уже нечего терять, поэтому мне кажется, сейчас я должен выиграть. А ты как думаешь? Посмотрим. Я не знаю, у меня уже все руки грязные. У меня все лицо печет. Ну, давай я тогда не буду про свое рассказывать. Ну что, готова? Суефа, суефа. Да! Да! Я же говорил, что в последнем раунде мне должно повезти. Тем более я не представляю себе, как вообще лицо можно окунуться в яйцо. Это же... Ну, это, если честно, мерзко. Это отвратительно. Я у бабушки в деревне всегда пила яйцо, так что мне это не страшно. Да? Да. Не трогай мои волосы. Давай. Все. Руки чистые. Ты готова? Да. По-моему, Слава даже там немножко перекусила яйцом, потому что у нее была небольшая отрыжка. Ну как, Слава, вкусно? Все, я не забудь. А, не могу. Ну что, кто выиграл? Ну, папа, по общему количеству выиграла Слава. Но все равно я рад, что хоть в некоторых раундах и мне повезло. Ну супер, молодцы. Ребят, быстренько идем сейчас, отмываемся и на улицу. Вот такой вот челлендж мы устроили для Славы. Она безумно рада, что она начала снова снимать видео на свой канал. А, кстати, эти челленджи сейчас снимают практически все. И мы подсмотрели его в Фейсбуке. На карантине сейчас чем только не занимаются. Ну ладно, всем пока.